Вот так вот выглядит настоящий подмосковный мед. Вот такое состояние говорит о том, что мед полностью зрелый, готовый, так называемая печатка меда. В этом году на территории усадьбы Суханова появилась пасека. Пчеловод Владимир Галичков разместил здесь улья для 35 пчелиных семей. Кстати, численность каждой доходит до 100 тысяч особей. Результат их кропотливой работы не только мед, но и другие продукты – перга, прополис, воск. И все они не просто вкусные, они невероятно полезные. Так мед считается самым сильным природным антибиотиком. Благотворно влияет на человеческий организм. При простудных заболеваниях, для поддержания иммунитета, продукты пчеловодства также являются мощным биостимулятором. Если говорить там про цветочную пыльцу или пергу, все существующие витамины и микроэлементы в легко доступной форме находится в данном продукте. Пчела живет всего 3 недели, но все это время она трудится на износ. Чтобы набрать, например, 40 миллиграммов меда, ей нужно посетить столько же цветков. Работа в улье кипит круглые сутки и тщательно охраняется. Открыть пчелиный домик и достать рамки, чтобы не повредить обитателей – дело непростое. Наша съемка выпала на дождливую погоду, а ее пчелы не очень жалуют и могут даже проявлять агрессию. Поэтому при общении с ними стоит быть особо осторожным и, конечно, не забывать про экипировку. Владимир, давайте приоткроем улей. Давайте. Все движения мы должны делать аккуратно, без рывков резких. И что мы здесь видим? Мы видим пчелиную семью, которая охраняет свой урожай. К счастью, пчелы нас не тронули и обошлось без укусов. Да и вообще, по словам пасечника, сухановские места очень благоприятны. И хотя лето в этом году было жарким и засушливым, Владимир Галичков рассчитывает на хороший урожай. Примерно 30 килограммов меда с улья. Основной медонос данной местности – это липа. 56 гектаров липы. Вот, ну, так скажем, это такой клондайк для пчел. И, конечно, мы расспросили, как выбрать качественный мед. Главные критерии – душистый запах и характерный вкус, который невозможно ни с чем спутать. Если же аромата нет, то мед, скорее всего, искусственный. Лучше всего покупать янтарное лакомство прямо на пасеке. Благо, в Московской области их хватает. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.